Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть в American Truck Simulator. Ну что ж, на новом грузовике я сегодня. Kenworth K100E. Я уже приехал за грузом. Нахожусь... А где я нахожусь-то? В Кловис, получается. Нет, Лоредо. Лоредо. Забираем груз. Сейчас уже вечер. Помните, да, вот такой я груз уже брал. Космическую какую-то там штуковину. Не удалось мне довести в тот раз. Такой агрегат был, обновление игры, и заказ слетел. Но он очень дорогой. Этот заказ стоит 66 тысяч. Вот такой вот Kenworth. Стоит он 101 тысяча, по-моему. Мне пришлось даже брать кредит, тоже 100 тысяч, потому что так не то. Вот так вот он внутри, такая просторная кабина тут у него. Пришлось брать 100 тысяч, потому что мне нужно было расширять гараж, чтобы поставить туда предыдущий грузовик, и чтобы еще и этот вместился. Понадобилось свои 100 тысяч вложить, и на покупку грузовика я взял еще 100 тысяч. Все, едем. Кстати, сколько нам ехать? Давайте посмотрим. Так, это я не то, не то. Ехать, ну, грубо говоря, почти 700 миль. Не близко, кстати, я думал, ближе. Ну да ладно, поехали, все равно придется где-то, наверное, полночи придется ехать, или уж. Давай, открывай уже. Погода еще какая-то пасмурная, что-то все затянуло облаками. Так, выезжаем. Да, что-то прям пасмурная погода такая. Он там шериф стоит, патрулирует на посту. Приготовьтесь к повороту налево. Вот такой вот кешка. Поверните налево, затем поверните направо. 500 лошадей у него. Поверните направо. Че он там везет-то? Мазут какой-нибудь нам, да? Катаемся сегодня на новой машине. Чё ты там, кого пропускаешь-то? Там поток серьезный идет. Поехали! Пока есть возможность, солнышко выходит потихонечку. Вот такой вот груз. Очень дорогой.
получу поворота налево. 66 тысяч за него. Поверните налево. Приготовьтесь к повороту направо. Че я встал? Резко оттормозился. Блин. А я тут помещусь? Поверните направо. Погоди, мне дальше. Он меня с мантолыки сбил. Мне вот здесь направо. Так, ну вот и солнышко, отлично. А то прям уж вообще мрачно было. Но у меня еще получается и такие окна-то, они такие затемненные. Получается-то, ну да. Если солнышко заходит за тучки, то все, в кабине темно становится. Зато это, с этим грузом-то я быстро, в принципе-то, долечу. Потому что это не тот груз, который я предыдущий тянул-то. Тяжелый-то, я там ехал, по-моему, максимально, это, ну, километров 50, может быть, 60, точнее, миль в час. Здесь-то я прям вообще лечу. Кто-то спрашивал у меня, ну не в предыдущей серии, а ранее там, какие как бы планы на данную игру. Ну, ребята, задача такая, купить все виды грузовиков. Все виды грузовиков, всех моделей, всех марок точнее. Надо будет, кстати, наверное, нанять еще водителя на грузовик, который освободился после меня, вот этот, на оранжевом, на котором я ездил. Потому что я свободен. Надо будет туда водителя нанять, чтобы он приносил доход. Слушай, неплохо я так гоню-то, а? 70, почти 80 миль. Отлично. Это хорошо. Выехал я поздно вечером, но не поздно вечером, получается днем, где-то в часа в 4 надо. Так, хорошо, что он ушел в сторону. Держитесь правее. Так, у нас тут одна полоса, впереди светофор. Давай уйдем вправо. Вдруг нам повезет, и это кто-нибудь свернет. Стоим, ждем. Тут у нас заправочка вон там есть. И здесь тоже. Кстати, справа для нас. Двигайтесь прямо. Он тут панели везет, дом. Дом какой-то строит где-то. Так, ну что там? Стоим, ждем. Такой вот грузовичок. Ч
вообще нарисованы-то? Непонятно, игрушка какая-то как будто. А, там движение налево открыли. А мы в такой вот вечерней пробочке стоим. Опять там где-то облака. Все опять затянуло. Вот такой вот груз. Для нас и везет, да. Но в этот раз я точно получу за него деньги. О, кстати, смотри, какая бочка интересная. Такая миниатюрная какая-то. Что они там интересно везут в ней. Топливо какое-нибудь. Так, ты меня пропустишь? Пропустит. Смотри-ка, я говорил, почти там около 700 миль было, уже практически 200 миль я пролетел. Но я говорил, вот сейчас с таким грузом-то он не тяжелый, скорость большая. Двигайтесь прямо. Держитесь правее, затем продолжайте движение прямо. Тут какой-то... Экстренное торможение пришлось. Чё-то я тут прямо аж разогнался на новом грузовике-то. Двигайтесь прямо. Поехали, тут светофор какой-то это. Не работающий. Тут справа тут строительная техника стоит. Полно строительной техники очень. Ух ты, а тут еще и дерево упало, береза. Пожарка приехала. Что-нибудь там распиливать ее будут, что ли? Едем по штату Техас. Ну, в принципе, мы и будем всю дорогу ехать. По-моему, там немного мы заедем. По-моему, что у нас там? Нью-Мексико. Если я не ошибаюсь. Могу, конечно, ошибаться. Кстати, что у нас вообще по времени? Время 7 часов вечера. Нормально, до 8 еще... Более или менее будет светло. На тот момент я, наверное, половину пути проеду. Двигайтесь прямо. Надо на зеленый успеть. Давай, давай, поехали. Успели. Прям успели. Двигайтесь прямо. Все, он сейчас нам будет выскакивать, и он нас перекроет. Они же тут такие, они прямо... Там меня никто не под... Не, нормально. А то они любят справа таранить. Такое ощущение, что они вообще в зеркало
левой не смотрят, когда перестраиваются, и справа влево. Уже был такой неоднократно. Как бы я его не пропускаю, и он меня не пропускает. Кто кого, короче. Смотри, впереди прямо такой грузовой фронт какой-то движется. Смотри, еще там. Закат уезжает. А я вот не помню, здесь, по-моему, это, в этой игре, по-моему, нельзя платить досрочно, да, кредит-то. Там, по-моему, вот расписывается он там на определенное количество, ну, дней получается. По-моему, заранее его гасить нельзя. Там, по-моему, мне нужно платить по 1800 в день. Ну, мне хорошо сейчас, если бы я один работал, тогда бы я бы часть дохода бы прямо бы тратил конкретно. А так у меня сколько там, четверо водителей работает. Плюс еще одного возьму, там, блин, денег с лихвой хватит. Слушай, ну мне прямо нравится на этом грузовике, прям он летает. Просто. 500 лошадей у него все-таки. Ну и груз не такой тяжелый, поэтому летим на всех парах. Это мод. Вот этот грузовик, он модовский. По дефолту его, конечно, нету, поэтому он... Модовский. Идет он сразу в четырех вариантах. Я, получается, взял самый дорогой вариант, 100 тысяч. Самый дешевый, по-моему, там такой стандартный, он 60 с чем-то тысяч. Давно я в ночь не ездил, да, все, уже вон солнышко, последний свет солнца скрывается за горизонтом, все, сейчас стемнеет. Так, тормозим, а то я сейчас тут соберу их всех. Двигайтесь прямо. Так, ну и сколько мы проехали по итогу уже? 300 миль. За 4 часа. Я проехал 300 миль. Можно сказать, половину пути. Да, все стемнело. Луна вышла, я думал, не будет, потому что все было затянуто.
конечно, держитесь левее. То, что я поехал в ночь, это не совсем хорошо, потому что я по итогу выбьюсь из графика. Днем буду отсыпаться, а в ночь опять ехать. Либо сейчас ложиться спать. Надо посмотреть, что у нас по времени. Осталось 26 часов. А, ну по сути я могу спокойно лечь спать. Там, по-моему, 14 часов дается на сон. Что-то такое. И останется там ехать буквально, но... У нас, кстати, сон будет вот здесь. Площадочка. Приятной поездки. Давай, заедем туда. Как раз я посплю потом и в итоге держитесь, буду поедем. Ехать уже днем. Затем съезд справа. Точнее, утром уже поеду. Чем всю ночь ехать. Времени съезд вроде в запас справа. Хороший. Поверните направо. Все, сейчас подъедем, встанем на ночлег. Неохота просто реально в кромешной тьме ехать. Днем-то оно поинтереснее. Буквально 200 метров. Так, стоп, а мы где? Вот здесь встаем прямо? Получается. Так, здесь что-то для инвалидов. Серьезно, для инвалидов остановлюсь. На месте для инвалидов. Давай чуть-чуть вот так проеду. Или мне не дадут здесь поспать, надо назад. Так, ну что, ребят, на этом все. Здесь переночую и уже поедем утром. Вот здесь прямо на трассе. Тут он, кстати, есть столик, завтракать можно. Выйти с утра позавтракать. На этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.